20 тысяч лет под водой. Или Украина в поисках газопровода в Черном море. Так у нас вот бабка универсальная есть. Только покуришь, она сразу учует. Какая сволочь на Канары хотела? И следующими на эту сцену мы приглашаем команду из Сталина, классическая, миссионерская. Вот, а я напомню, что только благодаря городскому собранию Нарвы и отделу культуры мы можем проводить КВН ежегодно здесь, в Нарве. То есть мы можем приглашать сюда команды из других городов и, естественно, поддерживать здесь свой нарвский КВН. Пожалуйста, аплодисменты Нарвскому городскому собранию и отделу культуры. Спасибо большое. Пожалуйста, классическая, миссионерская и их домашнее задание. На всех весна действует по-разному. Ну а с нашей командой приключилось вот что. Однажды мы летели в самолете, и главной ошибкой нашего рейса стал пилот Эмо, суицидальные порывы которого привели к крушению. О чем? Мы уже в Австралии? Нет, опять ты все самое интересное пропустила. Мы на необитаемом острове, наш самолет разбился. А на телефон кто-нибудь снимал? Ага, давай посмотрим. Ой, ты че, Женька, как живой. Я живой. Черт. Канал. И вместо него включили канал «Охота и рыбалка». А канал «Нарва ТВ» никогда не отключен. Итак, обычный день работы канала «Нарва ТВ». Утренняя программа. Доброе утро, уважаемые жители Нарвы. На первом канале сейчас топ-шоу, на втором топ-шоу, и только у нас бодрая и такая активная утренняя программа. И сразу перейдем к сводке дорожных новостей. На улице Пушкина стоит дорожный патруль. Ну как стоит? Просто 3 недели назад кто-то колеса сдул. А у нас в гостях уникальный человек, просто легенда Нарвы. Человек, который отвечает за работу светофоров. Здравствуйте. Здравствуйте. И сразу вам вопрос. Что за тема? Вот что за тема там на темпо была? Признаю, я бухал в это время. Не, ну хорошо, но вы же могли поставить вместо неработающего светофора регулировщика. Я же говорю, бухал. Я же не один бухаю, наверное. Извините, это Нарва ТВ, это как бы культурный канал, а вы говорите слово бухал. Ну хорошо, не бухал, нажрался. И вообще, красный, желтый, зеленый, какая разница? Ну это как, какая разница? Вы чё? Да вы у любого нашего таксиста спросите, какая разница? А, ну хорошо. Ну и тогда вот последний такой вам вопрос. Многих интересует, вот вы как человек, отвечающий за светофоры, многих интересует, зачем вам отражатель?
Не, ну, я не знаю, как вам, конечно, но для меня 600 крон — это деньги. А, ну, до свидания. А к нам на канал приехал эстонский Задорнов. Добрый вечер, дорогие друзья. Наберите в грудь свободного и независимого демократического воздуха Эстонской Республики. Наберите. Я постоянно говорил и буду говорить, какие эти русские тупые. Ну, тупые я не могу. У них же как, вот, взял одну бутылку водки, и обязательно нужно бежать за второй. А у нас у эстонцев как? Взял одну бутылку, и хватило на всех. На всех 180 тысяч человек. Ну, тупые я не могу. У них в русском языке для каждого слова, для каждого предмета есть свое слово. Рояль, пианино, синтезатор. А у нас у эстонцев как? Рояль — клавер, пианино — клавер, синтезатор — электриклавер. Ну, тупые я не могу. А сейчас все, все, тишина, тишина, тихо, 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 тихо. Мент родился. А на канале Нарва ТВ реклама «Космодиск для быдла». Раньше на районе меня считали лохом. Но после того, как я приобрел замечательный космодиск, резко возросла моя самооценка и выбрилась остаточка. Это отличная вещь. Вот видишь, подтачка, это вон подтачек, иди сюда. Девушек красивой, вон подтачек, иди сюда. Вот я концов на сразу и в ЗАГС побежали, побежали, побежали. Добрый день, добрый день, дорогие друзья! На канале Нарва ТВ программа «СМАК». Программа «СМАК» на канале Нарва ТВ – это единственная программа, в которой ведущий работает за еду, а оператор – за идею. Сегодня мы с вами будем готовить чай. Для того, чтобы приготовить чай, нам понадобится, значит, тонкая, вот такая тоненькая бумажечка, чайный лист, веревочка, степлер и такая вот бирка, на которой написано «Дильмах». Значит, берем чайный лист и вот так вот его вот на бумажечку, на тоненькую, вот так вот, вот. Вот так вот скрутили ее, значит, пришили веревочку и степлером пришпандорили вот эту бирку Дильма. И вот таких 20 пакетиков наделали, положили в коробку и отнесли на рынок к Тофику. А спонсор нашей программы – рынок у Тофика. Рынок у Тофика. Ялан ян ешелишки ляр дургузу селишли лярма с интернета. www.ashktofik.ashknarod.ashkru. Спасибо. Рыбаки-неудачники ловят сетью Теле-2. Нарвские археологи откопали из-под земли того чувака, который задолжал 50 тысяч крон. Андрус Арсип заявил, что поддержит забастовку на Кингольской мануфактуре, если ему объяснят, что такое забастовка и мануфактура. А наш спонсор — Лауавин. Лауавин — на вкус гадость, на душе радость.